Йо-Кайо. Пасхальные яйца. Какой чудесный весенний день! Смотри, это Элли. Интересно, что это она несет в корзинке? Шоколадные яйца? Ух ты! Какая странная машина! Интересно, как она работает? А, понятно! Эта машина украшает шоколадные яйца. Теперь яйца нужно спрятать. Молодец, Элли. Теперь все яйца спрятаны, и нам нужен кто-то, кто будет их искать. Друзья. Да, точно, друзья. Привет, друзья. Элли хочет, чтобы вы нашли пасхальные яйца, которые она спрятала. Здорово! Это весело! Смотри, это птичка Соня. Привет, птичка! Что ты делаешь? А, понятно, ты высиживаешь яйцо. Как здорово! Скоро из этого яйца вылупится птенчик. О, нет! Элли, это яйцо птички Сони. Мы должны его... Нет-нет, Элли, мы должны... Элли! Ох, Элли! Элли, это совсем другое яйцо. Видишь, мы должны вернуть это яйцо. Нет, Элли, мы должны... Элли! О, нет! Ребята, Элли говорит, что есть еще одно яйцо. Но знаете, что с этим яйцом нужно обращаться осторожно, потому что оно особенное. Оно... Почему меня никто не слушает?
О, нет, осторожнее, ребята, не разбейте яйцо! Привет, птичка. Я должен кое-что тебе сказать. Дело в том, что... ты только не волнуйся, птичка. Все почти под контролем. Понимаешь, яйцо сбежало, но я уверен, что Покайо, Пато, Фред и гусеница мигом его найдут, не причинив ему никакого вреда. Элли, мы должны помочь птичке Соне. Ты по ошибке приняла ее яйцо за пасхальное. Нужно поймать его, не разбив при этом. Почти получилось. Осторожней! О, нет! О! Скорей догоняйте, ребята! О, нет! Яйцо! И гусеница! В полном порядке! Как хорошо! Здорово! Да здравствуют, друзья! И веселой Пасхи! Режиссеры Гильермо Гарсия и Дэвид Кантала. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».